вітаємо. Кожної суботи ми вирушаємо до клубу «Компас» у пошуках нових вражень. І цей клуб справді вміє дивувати. Важный танцевальный коллектив Украины «Фрик Балет» и диджей Слава Фрик. Эти яркие, неординарные ребята знают, как удивить публику и сделать незабываемым каждое шоу. Паша, давно мы с тобой не виделись. Давненько. Сегодня тебя привел в «Компас» профессиональный интерес. Точку. Ты знаком лично с фрик-балетом? Нет, пока нет. Я немножко уже успел познакомиться с творчеством коллектива. Социальные сети делают свое, плюс некоторые реалити-проекты также делают свое. Поэтому некоторых участников этого коллектива я наблюдал в наших украинских проектах. Ну а теперь лично сам захотел прийти, посмотреть, что они могут сделать здесь, у нас в гостях, в Харькове. Как ты считаешь, чем необычен этот проект, помимо, конечно же, эпатажных костюмов? Я всегда обращаю внимание на то, как артист пытается себя подать на сцене. Иногда, когда мы наблюдаем картинку с монитора, да, допустим, с телевизора, с компьютера, не имеет значения, мы до конца не можем считать ту информацию, которую пытается подать нам артист. В данном случае это будет живое выступление. Я буду первый раз видеть этих молодых людей вживую, работающих здесь, в этом клубе, поэтому хочется посмотреть, как они смогут предоставить себя, показать себя вот здесь. Юлечка, добрый вечер. Добрый вечер. Что привело сегодня в «Компас»? Ой, решили немножечко отвлечься от будних дней, выходной, провести, отдохнуть. Пока получаем массу удовольствия, прекрасная музыка, отличные коктейли. Веселимся, отдыхаем с подружками. Я знаю, что вы уже сегодня второй раз выступаете в «Компасе» в рамках «Фрик Уикенд». Поделитесь впечатлениями от вчерашнего дня. Ну, первый раз был, собственно, вчера. Да. Все прошло отлично, было очень интересно, весело. Людей было много, это радует. Хлопали. Это самое главное для артистов. Самый лучший наркотик гораздо важнее, чем какие-то материальные ценности. Ага, то есть на аплодисменты тоже можно прожить, да? Да, да. Они заряжают, они дают возможность творить дальше. Дают духовную пищу, наверное, конечно, прежде всего, да? А скажите, для каждого города вы готовите какую-то особую программу или нет? Ну, в зависимости от того, были мы там или не были. Потому что в Харькове мы бываем достаточно часто, хотя в «Компасе» впервые. И для «Компаса» мы готовили что-то необычное и новое, потому что надо было чем-то удивить харьковскую публику, которая нас уже видела ранее. Mm-hmm. Ну вот поэтому и сегодня, в частности, у нас будет кое-что новенькое. В ноябре этого года вам исполнится 4 года, да. Правильно? Да, вы правы. Да, я права. Скажите, пожалуйста, за 4 года что вы считаете вашим наибольшим достижением в карьере? Я считаю, что за 4 года самое важное, что эти 4 года наступают. Потому что конкуренция присутствует на данном рынке. И самое важное – это умение держаться вместе, сплотиться, когда надо, и работать во благо общего успеха и общего зрителя, наверное. Ну и самое главное достижение наше, то, что у нас стандартный, сформированный уже достаточно давно костяк, состав, и мы работаем им. Никто никуда не исчезает, не пропадает. Новые люди, если появляются, то только самые лучшие. Никто не уходит в декреты, как в женских коллективах? Пока еще нет. И что помогает вам оставаться вот номер один в своей сфере?
Главное, чтобы у тебя был какой-то источник вдохновения. У каждого он свой. Кто-то птичку увидел и все. Uh-huh. А кто-то книгу прочитал интересную. Uh-huh. Вот. И когда у тебя есть новые идеи, когда у тебя, в принципе, есть идеи, они рождаются, выливаются во что-то. Что вас конкретно вдохновляет? Меня сон. Сон? Да. То есть вам во сне приходят ваши какие-то безумные идеи, да? Я как Эйнштейн, да, по-моему, ему приснилось. Не, просто некоторые просыпаются утром, что-то снилось, и через час забывают, или вы записываете? Записывать надо. Я не записываю, конечно, я запоминаю. У меня хорошая память, слава богу. Поэтому сон, новые города, путешествия, интересные люди. Их немного, но они бывают, встречаются в жизни, как бы это очень важно и интересно. Фрик в переводе «урод». Да. Но, я думаю, по нас такого не скажешь, слава богу. И мы себя позиционируем как красивые фрики. Гламурные фрики. Хотя это слово достаточно потеряло свой смысл за последние несколько лет. Это сценический образ, нужно понимать и разделять работу и повседневную жизнь. Но, конечно, если чего-то в тебе такого внутри нет, и ты накрасишь себе красиво глаза там или некрасиво, то ты не станешь фриком. То есть для этого должно быть какое-то осознание того, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, и в тебе должно быть это внутри. Фрик-балет желает вам, уважаемые зрители, быть в гармонии с собой, жить и делать то, что хочется и то, что нравится, и не делать то, чего не хочется, по возможности. Это самое главное. И для вас мы исполним наш предвыступительный ритуал. Перед каждым выступлением у нас происходит определенный ритуал для того, чтобы концерт прошел хорошо, успешно. Мне нужно отойти, наверное, да? А вы можете в кругу стоять, да, вот. Кто здесь самый охуенный? Мы. У-ху! Интересная, яркая девушка проводит время в клубах. Ой, очень весело, с многими многочисленными друзьями, вообще круто. Вы знаете, что сегодня в Компасе выступает эпатажный танцевальный коллектив «Фрик-балет»? Вообще-то не знаю, как-то спонтанно все произошло. Не знаете, да? А вообще слышали о таком проекте? Конечно, слышали. Что слышали? Конечно, сейчас не вспомню, потому что под многими бокалами мартини можно вспомнить все. В клубе «Компас» вечеринка под лозунгом «Сиськи крутят диски». За пультом «Компаса» сексуальная, топлес диджей «Игла».